Что такое по-настоящему вкусный протеин? Это разнообразие вкусов и натуральных ингредиентов. KFD Nutrition. Очень вкусное спортивное питание. Всем привет! Мы находимся на Кубке России на регистрации. Мне кажется все-таки, что питерская команда, как всегда, кажется посильнее. Но в силу объективных причин, есть сильные ребята, кто на Арнольде выступил неплохо, и Кулаев Сергей, и Александр Эскин, которых все знают. Поэтому, мне кажется, состав сборной Питера сейчас довольно сильный. В Мурманске уже много раз проходили чемпионаты России на высоком уровне. Почему именно в этом году? Это, наверное, вопрос не ко мне, а к президенту Федерации Владимиру Анатольевичу Дубинину. Поступила, видно, заявка с Мурманска. И решили провести. Почему нет? Всем привет, меня зовут Дорикова Кристина. Мы находимся сейчас в Мурманске на регистрации на чемпионат России. Я буду выступать в двух категориях. Я рассчитываю выступить в фитнес-бикини юниорки свыше 169 сантиметров и фитнес-бикини до 169. Цели всегда ставлю для себя высокие, достаточно хотелось бы выиграть, что греха таить. Все мы за этим сюда приехали. Проект «Теперь ты в теме» закончился, но он задал настолько сильный импульс некоторым спортсменам, что они долетели до Кубка России. Сегодня мы здесь с Алиной Ганиевой. Она выступает в категории «Фитнес», представляет команду Москвы и компанию «Виктор Дистрибьюшн». В свою очередь хотела бы сказать спасибо большое проекту «Теперь ты в теме 2» за то, что дал мне такую возможность выступить на России и попасть в призы, надеюсь. Здравствуйте, меня зовут Бобина Дарья, представляю Московскую область, бодифитнес, категория до 168 сантиметров, там находимся мы на Кубке России в Мурманске. Цели победить, а конкуренция, я думаю, девочки красивые, есть хорошая конкуренция, хорошая, большая, но не смотрю. Всем привет, меня зовут Уланов Андрей, мы находимся на регистрации Кубка России 2016, который проходит в Мурманске. Я выступаю в категории классический бодибилдинг 180 сантиметров, я уже выиграл Кубок Центрального федерального округа, став абсолютным чемпионом, Кубок Москвы 2016, став опять же абсолютным чемпионом, и надеюсь на хороший результат на Кубке России в Мурманске. Прошло не так много времени с Кубка Москвы. Дело в том, что я не загружался в Макдональдсах, не ходил по пиццериям, я тренировался дважды в день, как в моем привычном режиме на подготовке, кушал правильные продукты и старался превзойти самого себя. Всем привет, меня зовут Андрей Масленников. Я нахожусь на Кубке России в городе Мурманск. Во-первых, это долгий путь был. Мы специально сделали пик на чемпионат, на Кубок России. Совместные усилия тренер-спортсмен, то есть Алексей все грамотно сделал, разложил, и мы должны в воскресенье показать свою пиковую форму в этом сезоне. Меня зовут Адам Абакаров. Мы находимся в Мурманске на регистрации чемпионата России 2016 года по бодибилдингу. Я соревнуюсь в категории плюс 100. В последнее время пошла такая тенденция, что 100 плюс стала очень многочисленной категорией, и конкуренция довольно высокая. Это радует, что такое количество спортсменов сейчас хорошего уровня есть в России. Ну, я уже видел своих соперников, думаю, что борьба будет реальная, битва будет. Я целый год потратил на работу с отстающими мышечными группами. В моем случае это были плечи и спина. Думаю, что удалось все добавить. Посмотрим на сцене, как все это будет смотреться в конечный результат. Сейчас пока только заготовка.